Добрый день. Меня зовут Сергей Павлович Юджинов. Я бы хотел показать несколько уроков гитары для жителей нашего города Ижевска, чтобы они как бы начали заниматься вовсю и не жалеть себя, и тогда, только тогда они смогут достигнуть успехов в этом непростом, но все же очень, очень прикольном деле, как умение играть на гитаре. Я вот после... Каждый день после тренировки сажусь и учу учеников. И в данном случае я просто хотел продемонстрировать один из своих уроков, допустим, для вас, дорогие зрители. Итак, нам понадобится вот эта штучка, это называется медиатор, чтобы показать уроки некоторые. Это струны, смотрите, вот это струны. По ним надо бить. Это дека, по ним тоже можно бить. А вот... Очень важно колки, никогда их не трогать, вот это вот не делать, ой. Сейчас настроить, чтобы настроить. Также вот это лады, вот так. Они, видите, как они меняются, и вот на пальце остается потом что-то нехорошее. Меняются. Также сначала необходимо сдуть пыль с гитары. Ну, просто я играю раз в 2 часа. Ну, или в 2 месяца, в общем, я не знаю. И сейчас хочу показать несколько моих любимых песен. Например, вот это вот. Это вот самое первое, с которой можно начинать заниматься. Как вам она? Понравилась, я надеюсь, да. И есть еще песенка, которая называется «Звезда по имени Солнце». Поет Виктор Цой. Виктор Цой. Так. Обязательно надо вот глушить так. «Белый снег». Серый лед на растрескавшейся земле одеялом. Ой, ну одеялом расплывается хора дорожной петле. Ну и в общем там дальше вот так вот такое. Это из цикла «Дворовые песни о главном». Вот. А единственное, я хотел бы еще показать несколько уроков таких вот. Креативного, беспрецедентного обладания гитарой и знания силы струны. Можно еще вот здесь вот сделать так вот. Вот это как бы основы такие вот, да, когда можно, вот. И напоследок хочется сыграть песенку, которую очень, очень мелодичная, называется она «Нефель Элс Мятерс». Можно даже играть без этого. Вот так вот она делается. Вот. Главное, чтобы пиканье здесь было такое. Ну, в общем, а потом вот там так вот. Thank you.
And nothing else matters. Вот. Thank you.